На тверских маршрутках начала действовать система бесплатных пересадок. Пока речь идет только о двух маршрутах – 33К и 208. Это делается для удобства жителей микрорайона Южный и поселка имени Крупской. Напомним, после закрытия на ремонт Крупского моста изменилась схема маршрутного движения. Конечной 208-го автобуса стал бульвар Цанова. И жителям поселка имени Крупской и Южного для того, чтобы добраться до центрального и Заволжского района города, приходилось ходить до бульвара Цанова пешком через ЖД-пути. 33К и 208 маршруты пересекаются на Цановой. Там пассажиры теперь смогут пересесть с одного автобуса на другой. Для этого у водителя необходимо получить билет. На остановке у Крупского моста организован пересадочный узел, где контролер проверит билет и посадит пассажира в 208 маршрут из Южного и в 33К на маршрут из центра. Оплачивать проезд второй раз при пересадке не потребуется.